Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 19, упражнение номер 1. Найдите на фотографиях лиственные и хвойные деревья. Лиственные деревья обозначьте желтым кружком, а хвойные – зеленым. Чтобы выполнить это задание, давайте сначала вспомним, какие деревья называются лиственными. Лиственные – это деревья, на которых растут листья, а хвойные деревья – это деревья, на которых растет хвоя. А хвоя – это значит хвоинки, то есть иголочки. Так вот, давайте мы найдем сначала лиственные. Листья есть на тополе, листья есть на липе и листья есть на осине. Это лиственные деревья. Теперь, где же растут иголочки? Хвойными деревьями являются сосна и, конечно же, ель, которая вам хорошо знакома. Хвойным деревом называется лиственница. Несмотря на то, что ее иголочки каждую осень изменяют свою окраску и затем опадают, тем не менее, и они мягкие, не такие, как у ели и сосны, тем не менее, это тоже хвойное дерево. Итак, лиственные деревья у нас тополь, липа и осина. Мы их обозначили желтым кружком, потому что их листья изменяют окраску и опадают. А хвойные деревья – это сосна, ель и лиственница. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.